Всем привет! Сегодня у нас мукбанг с домашним фастфудом, бургеры и картошка фри. Мы выставляли сегодня в сообщество, кто-то видел. Лайки тоже ставите. Кола у меня ваниль, у Кости классическая. Необычная кола, да, такая вот. Также есть у меня здесь трубочка. У меня фиолетовая. И у меня тоже. Смотри, у меня как вылезает трубочка. Здесь еще положили мы малосольные огурчики. Картошку фри мы готовили по рецепту iCook канала. Все, наверное, знаете это блогера Айка Эмили. Вот у нее канал с готовкой, мы готовили по ее рецепту. Мы уже не первый раз, да, готовим? Угу. Мне эта картошка напомнила, когда готовила, попробовала. Мама мне в детстве чипсы жарила с картошкой. Да? Вот, очень похож вкус. Вкусняшно. Картошечка хрустящая, хрустящая. Хочу показать бургер поближе. Вот так вот. Смотрите, какой у меня большой, с двойной котлеткой. Там кетчуп. Также там есть у нас лук, помидорка, огуречек, сыр и соус. У Кости двойная котлета, да. О, что, булочки будем пеклись кусать? В духовке. Да, блин, он... Как его кусать? Тебе еще нормально. А у меня как вот кусать? Как укусить такой большой? Вкусно. Мне весь испачкался сразу. Огурчики, наверное, у нас первый раз в ролике. Нет. Какие хрустящие. Мы же кушали тогда. Я вот хочу его весь укусить, но он очень большой. Чтобы прочувствовать, да? Да. Вкусно. На вкус очень вкусно. Котлетки сочные. Котлеткам. Получается индейка, фарш, говядина, свинина и много лука. Я никак не могу его весь прокусить. Я весь испачкался, да? Угу. Никак я не могу такой укусить. Очень он большой. Огурчик. Вкусно. Сок течет из него. Это, я думаю, это овощи, наверное, да? Угу. Или ой, соус, огурец, да? Очень вкусный. У меня снизу даже булочка ломается уже. Не знаю, как его взять. Она хрустящая. Получается, она сначала в духовке испеклась. С кунжутом, с маслицем. Потом на гриле сковородке была с внутренней, ну, получается, разрезана пополам и поджарена на гриле сковороде. Она хрустящая. Соус внутри у нас получается майонез, кетчуп и горчица. Классная альтернатива картошке фри. Не обращайте внимания, что я такой грязный. Но по-другому есть его невозможно. Также не забывайте про конкурс. Ссылку на конкурсное видео мы оставим под этим видео. Будет 3 счастливчика, которые выиграют по 500 рублей. От нас. Со всеми условиями вы можете ознакомиться под прошлым видео. С кунчосой. Очень сочный. Я весь в соусе. Так, сейчас маленько мы передохнем. Ответим на вопросы. Кола, как всегда, на высоте. У меня с ванилью. Холодненькая. Из холодильника. Так, есть у нас, значит, вопросик от Flowerblom. Так, значит, привет, я Жанна, хочу задать несколько вопросов. Значит, привет. Первый вопрос. Как вам пришла идея снимать видео на YouTube? Значит, по порядку будем отвечать. Говорите, как вам пришла так. Идея? Как это все идея было? Идея это пришла Снежане. Вообще, я в каком-то видео рассказывала, что первый, кого я из Мукбангер начала смотреть, это был Антон С. Потом Марина Верняева. Мне очень нравилось их смотреть. Как-то я вечером Косте показала ролик и говорю, я тоже хочу снимать. И он согласился. Вот так мы сняли первое видео с роллами. Вот уже вас 7000. Это очень круто. Очень. Разваливается у меня маленький бургер.
Все-таки, я думаю, не стоило мне добавлять двойную котлету. Вторую котлету. Потому что... Съешь ее отдельно. Есть его очень тяжело. Мелко котлетка вывалилась. Отдельно я кушать не буду. Вот так потихонечку его есть. Очень сильно отличается от KFC или Макдональдса. Чувствуется, что котлета, ну, котлета, говорю, котлета, и булочка не как у них. По-домашнему. Ну, я не скажу, что это невкусно, да, это вкусно. Вкусно. Просто вкус другой. У них там, мне кажется, вкус в основном основан на соусах. Наверное. У них очень соусы вкусные, я имею в виду, в бургерах. Мне в KFC бургеры нравятся. Остренькие. Угу. Знаете, мы, кстати, делали не острый. Можно было сделать острый. У нас был же острый соус. Да. Ты огурчики, да, еще кушаешь там? Да, очень вкусные. Сейчас я доживу. Прочитай следующий вопрос. Невозможно не пачкаться. Следующий вопрос. Как вы относитесь к хейтерам? Иногда, если честно, расстраиваюсь, читаю какой-то комментарий. Ну, в основном, если кто пишет матом, они автоматически улетают в бан. А так, хейтеров мало. В основном у нас очень хорошая, добрая аудитория. Спасибо вам. Ну, я, в принципе, не обращаю на них такого сильного внимания. Критику воспринимаем адекватно. Но мы именно говорим не про критику, а именно про обзывательство, там вот это такое все. Вообще не знаю, как можно... Вот этим и плохо интернет, что каждый может сейчас написать плохой комментарий, и ему за это ничего не будет. Вряд ли, мне кажется, этот человек появится в жизни и скажет что-то плохое в лицо. То, что он написал в комментарии. А в интернете все смелые. Капуста у нас еще добавлена вкусно, честно. Пекинская. Я потихонечку справляюсь с своим бургером. Значит, следующий вопрос. Какая ваша любимая... А, какое ваше любимое заведение? Еда, в частности. Ну, прям из заведений я выделить, конечно, никого не могу. Везде кухня своеобразная и свои блюда, то есть по-своему вкусная. Так как и я... И фастфуд также мы любим, да? Мы ее любим всю. Да, например, нельзя сравнивать фастфуд с обычным рестораном, например, или с роллами. Потому что у каждого они блюда... Они по-своему вкусные, да? Да, свой вкус. Так что мы любим все. Угу, вкусно. Так, сейчас я укушу еще бургер свой. У меня вот снизу разваливается он маленько. Еще есть какие-то вопросы? Есть. Давай я почитаю. Возьми. И также Жанна задает вопрос, как назовете своих детей? Мы как-то отвечали в ролике про этот вопрос, что, если честно, мне сложно выбрать какое-то определенное имя. Тут, наверное, как должно произойти, когда уже родится ребенок, ты посмотришь и поймешь, как ты его назовешь, да? Что это Володя? Зачем Володя? Просто. Мне нравится из мужских имен. Даже не знаю, какое одно выделить. Раньше Богдана имя нравилось. Ну, не знаю, если честно. Прям так, чтобы вот так я назову, я не могу сказать, я вас обману. Узнаем, надеюсь, когда-нибудь. Да. И просит передать привет Веронике Драгановой и Даше Мажар. Даша и Вероника, вам огромный привет. Привет. Спасибо, что пишете комментарии. Следующий вопрос задает Диана Чон. Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к людям, у которых нетрадиционная ориентация? Просто интересно послушать мнение нормальных людей, а не неадекватных. Заранее спасибо, что ответили на вопрос. Если что, у меня традиционная ориентация. Диан, спасибо тебе за вопрос. Я уже говорила в одном из роликов, что я нормально отношусь к этому. Что у каждого человека есть право жить, как он хочет. С тобой здесь полностью согласен, каждый... И с кем хочет, и любить кого хочет. Да, живет так, как хочет, но все же я придерживаюсь традиционной ориентации, так сказать. Я... Ну, для себя ты это выбрал. Для себя, да не то, что для себя, я все равно таких людей, как сказать, вот помягче, не то, что не одобряю, но
Не советую, что ли, не рекомендую. Наверное, как-то вот так вот. Что ты мне не советуешь? Ну, так сказать, они мне не так симпатичны, например, не нравятся, просто как люди. Зачем? Ну, не знаю, вот такая у меня точка зрения. Российская точка зрения. Ну, нормально. Но негатива к ним я никакого не испытываю, то есть живут, как живут. Если меня это не касается, в принципе, мне это без разницы. Вот такое вот наше мнение по поводу этого комментария. Я как-то насмотрела страничку Жени Иванцева, наверное, кто-то тоже его смотрит. По мне, он отличный парень, с хорошей поставленной речью. Я считаю, эти люди ничем не отличаются. Так, следующий вопрос. Мика Парк задает вопрос. Как ваши коллеги относятся к тому, что вы снимаете видео? Хотели бы снять видео втроем, Костя, Снежана и Лиана? Спасибо за вопрос. Мне так кто-то в лицо прям не говорил. Я знаю твой YouTube-канал, там сидим. Ну вот, из, получается, с моей работой связанная. А себя? Ну, мне тоже так же все знакомые друзья знают. Но, как мне кажется, многие... То ли стесняются как-то заговорить, например, о канале. Мне, они все прекрасно знают, да? То есть, но говорить об этом мы с ними не разговариваем. И, в принципе, отрицательно никто не относился. То есть, все как-то положительные свои отзывы, когда узнали. Да, у меня мама вообще все ролики смотрит. Ждет, когда новый выйдет. То есть, так скажем, в общем, все отнеслись к этому положительно. Смотри, я его как уменьшил. Он елся и стал бы таким маленьким. Следующий вопрос задает Ирсана. Вопрос. Что вы боитесь больше всего? Хотели бы вы спрыгнуть с парашюта? Спасибо за вопрос. Я боюсь высоты. Снежана, если честно, много чего боится. Различных букашек там. Мне кажется, все очень боится. Да нет. Ну просто, да, страхи бывают разные. Например, есть страхи каким-то насекомым определенным, каким-то животным. У кого-то страхи, у кого-то страх высоты, там, воды, возможно. С парашюта хотел бы прыгнуть? Да? У меня есть такая мечта. Снежана мне ее когда-нибудь воплотит, нет? Подарит на день рождения прыжочек. Вряд ли. Зачем? Чтобы нам переживать. Вместе пойдем. Следующий вопрос задает Тамирен. Ответьте, пожалуйста, как вы относитесь к отмене Евровидения? Как считаете, выиграла бы Россия? Сильна ли группа Little Big? Ваше мнение? Если честно, я полностью никогда Евровидение не смотрела. Я не ждала, вот как там ночью уже оно начиналось. Я там просматривала, потом я тоже когда никогда Россию не смотрела. Смотрела, как выступила. Так, чтобы сидеть и ждать. Я вот единственное помню из Евровидения, это какой-то Дима Билан выиграл. Я тоже его помню. А еще парень остальных? С гитарой. Как его звали? Это было давно-давно. Не гитара у него была. От России больше я вообще никого не знаю, кто даже выступал там в том году, там 2 года назад вообще. Я этим... Лазарев вроде еще был от России. Если честно, не интересуюсь. Но Little Big такая своеобразная, конечно, группа. Я только недавно увидел их вообще клип. Я тоже. Я песню я слышал. Я вообще не знала, что они на Евровидении идут, если честно. Я песню. Я вот только, наверное, да, из-за этого и услышал то, что они едут на Евровидение, и мне стало интересно. И мы просмотрели их ролики на Ютубе. Большие у них, конечно, просмотры. Ну, мы, наверное, 2-3 ролика только посмотрели. Если честно, мне не очень зашло. Такие, на любителя они. Ну, что-то у них есть, у них такое, то, что они набирают просмотры, то есть какая-то своя креативность, индивидуальность, возможно. Странность. Да, они вот этим, возможно, и берут. Сейчас уже всем приелись. Однотипные песни. Я больше за то, чтобы были красивые голоса у тех, кто побеждал. Тут больше шоу, как я считаю, у Евровидения. Вот, например, из Казахстана есть парень с красивым очень голосом. Как его зовут? Не знаю. Ты, наверное, знаешь. Если вспомню, напишу. У него такой красивый голос, так красиво поет. Почему вот, может, ну и на Евровидении тоже будет, но должен был быть. Просто
Его, может быть, как Евровидение отменили, может, он бы тоже был заявлен от какой-то страны. Ну, если с Казахстана. Да, наверное, от Казахстана. Ну, знаешь, он в Россию приезжал, пел. Как же его зовут? Могу вспомнить. Следующий вопрос задает Вика Лайф. Спасибо, что ответили в этом видео на мой комментарий. Мне очень приятно. И вот мои вопросы. Так, первый. Сколько у вас времени уходит на монтирование видео? На монтирование видео уходит примерно 2-3 часа. Мы уже отвечали также на этот вопрос. Просто многие вопросы повторяются. Вы видео, возможно, не смотрите целиком. Или не досматривают. Да, мы на них отвечаем. Из-за этого приходится отвечать на них повторно. Кто-то, то есть, уже это смотрел и знает. А вы пишете опять один и тот же комментарий. Хотели вы бы снять, кто из вас больше съест роллов? Я точно больше съем. Да, думаешь? Да. Ну, сейчас, так как доставки не работают, может, попозже, да, снимем? Ну, можно свои приготовить. Да, потом, планируете ли вы летом куда-то полететь? Сейчас такая обстановка, вряд ли мы куда-то полетим. Мы планировали сейчас уже начать ремонт. Ну, так как все магазины закрыты. Ремонт у нас откладывается, переносится, и вот не знаю, когда мы его закончим. Теперь. Да, вот такие дела. И уже планы будут отталкиваться от этого. От этого, да. Положили мы немножко огурчиков, да. Все сюда. Следующий вопрос задает Арина. Ариана. Красивое какое имя, да? Это, может, не имя ее, а просто ник. Ариана Стартулат. Привет, Снежана и Костя. Смотрю вас недавно и уже стали любимыми блогерами. Вопрос, кем мечтали стать в детстве? Я где-то отвечала, что ли, мечтала стать библиотекарем. Библиотекарем? Ага. А чем? Нравилось. С книжками возиться. А этот блогер мы будем есть вместе? Президентом? Ну, смотря в каком детстве. Когда я был совсем маленький, даже не помню, если честно, кем я хотел стать. Я про маленькое говорю, про детство. Про детство же спрашиваюсь. Ну, когда-то я стал, вернее, мечтал хотеть стать спортсменом. Угу. Возможно, профессиональным. Очень вкусные огурцы. Это маринованные. Уксуса прям так нормально, что ядреный, да? Очень аппетитные эти бургеры, да? Да. Мне кажется, из фастфуда мы могли съесть больше. Я имею в виду из брендовых. Домашние такие плотные, аппетитные, такая котлетка плотненькая. Я наелась. Дай мне салфеточки, пожалуйста. Тут надо целый рулон салфеток, чтобы покушать. Покусим с котлеткой. А здесь лука больше. Так, еще у нас есть там вопросики? Нет, больше нет. Давай что-нибудь поговорим. Может, как нету? Нет, мы дочитали все. А вот тут же есть. А, это... Так, это мы отвечали. А, какая вкусная кола. Хочешь колу мою попробовать? Мы так быстро на все вопросики ответили. Хочешь мою колу попробовать? Нет. Ванильную. У меня есть своя. Поделюсь с тобой салфеточкой. Вот такой вот у нас бургер. Сочный, мощный получился. Очень вкусно. А вот он не такой жирный, например, как в Black Star бургеры были жирные. Угу. Но в то же время он сочный. Не, бургеры соусов. Вкусные были. Я вот недавно наткнулась, что мы этот ролик снимали, у меня выпуск, когда я смотрела свои же ролики. Вкусно. Ну, это потому, что мы самые дорогие бургеры взяли. Поэтому, думаешь, вкусные были? Которые мы первый раз брали, не такие дорогие. Они были жирные тогда, если честно. Может, там так приготовили. А, хотя ты брала в одном и том же месте, в Ульяновске же. Она елась. Думаю, мы все доедим, постараемся. Как ты считаешь? Думаю, доедим. Меня очень порадовало то, что вы все активно начали участвовать в конкурсе. Там уже есть лидеры.
Ну еще впереди 3,5 дня, да? Да. Так что у всех есть шанс, даже кто еще не начал участвовать, пройдите по ссылке в описании. Тем более шансов выиграть больше, потому что вас будет трое. Победители. Да, и в принципе это все зависит от вас, не от счастливой случайности, так сказать, а именно от вашей активности. Кусок. Планируем потом почаще проводить конкурсы, радовать вас. Я думаю, каждую 1000 даже подписчиков можно будет отмечать. Согласна. Следующий рубеж, значит, 8. Да, так что активнее подписывайтесь. Зовите своих знакомых. Тут даже, как может быть, что часто победители могут быть из самых активных, да? Наедай, Костя, я наелась. Я тоже очень сильно наелся, смотри. Вкусно. Сделай еще 2 укуса. Укусила. Один раз. Все-таки вот что значит домашние бургеры, да? Предложите, что снять в следующем ролике. Так я не знаю. Я думаю, также можно устроить будет опрос. Я даже не знаю, что снимать. Под этим роликом сделаем опрос, подумаем, из чего выбрать. И наиболее, так сказать, популярный ответ мы снимем видео. Очень вкусные огурцы. Картошечка как червячок у тебя стала. А тут потому что мокро. Она размякла, да? Угу. Это от огурцов. Угу. Да, огурцы потекли. Мы все доели. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых роликах. Также не забывайте участвовать в конкурсе. Всем пока. До новых встреч.